центр Кемера. Здесь такие виды, такие горы. Очень все красиво. Все в мраморе. Зелено. Запахи хвои, цветов пересекаются. Просто обалденно. Вот сейчас уже на улице можно сказать, что много людей. Потому что вчера еще, позавчера было здесь пусто. Вообще никого. Сегодня как бы два дня уже как снят локдаун. Вот народ как-то ходит. Магазин шок. Видимеется мечеть. Первая очень башня. Это Кемер Тауэр. Там вверху работал раньше ресторан. Сейчас он закрыт. Рестораны сейчас все закрыты из-за пандемии. Прикольно, дорожки выложены вообще камушком. Здесь камней полно, можно и ложить. А ночью еще подсветка это включается, вообще красотища. Так, быстренько переходим дорогу, а то машин немерено. Второй день после локдауна. Да, после тигра сунули. А мы тут снимали все. Алигуль. Это не тигр, это лев, царь зверей. А эта дверка так и была еще 3 года назад. Да, да. Джек Маркет открытый. Пойдем. Все магазины открываются 10 часов. Здрасте! А вообще подойди, мельничку, давай спросим. Здрасте. А мельничка есть большая? Есть. Здравствуйте. Там вниз надо идти? Да, да, внизу. Ну пошли. Пошли. Посмотрим, что здесь. Лестницу мокрой не упадите. Ага. Большие снимают. Ага. У нас такой магазин интересный. А что почем? Обожаем, большие 100 лир стоят. Сколько большая? 100 лир турецкий. 100 лир? Ага. Это латунь. Есть вот, ну, 10 такие... долларов, короче говоря. Да. Вот такие... Они не очень хорошие. Ага. Вот это, я специально для сравнения. Да, да, да. Это просто чайничек, да? Да, из меди. Ага, ой, красивый такой. Нам, наверное, надо 2, да, таких? Вот такие вот. Да, вот такие. Вот такие 2 штуки. Красивый магазин. Красивый, красивый. Да. А как магазин называется? Мы
нас? Да. Перри. Перри? Да. А там на входе есть надпись, да? Да. Перри. Так, ладно. И кальяшечки все есть. Кальян не надо? Не, нам все надо. А большой кальян хороший сколько стоит? Большой кальян 70 долларов. 70 долларов. Прям хороший. Все табаку как-то подарок. А вот такого плана? Такие 45. Да. А вот они еще такие. Есть, да, бра это на стенке. Можно еще вот так перевернуть, чтобы она вниз висела. Почем бра? Возьмем, которая одна стоит 20 долларов, 2,35. Ага. Да. А цвета можно менять, то есть там по да, я да, поняла, да. Да, да, я понял. Хорошо, спасибо. Сейчас я магазин сфоткаю, назвали. Я вам визит туда, да? Да, да, да. Сейчас еще обманываю. Можно только посмотреть? Да? Не, спасибо. Это панель, да? Да. Давайте посмотрим. Можете привет передать. Еще баксы есть, баксы. Не, спасибо. Юшка, можешь только посмотреть? Маленький тест от подарок. Хороший магазин. Да. Ну, таких много здесь. Я знаю, но такое все красиво, мне все хочется, мне все надо. Угу. И всю жизнь мне все надо, все надо. Да, все тащим, тащим. А вот этот светильник, если бы на стол тот заменить, который у нас есть, и сбоку, которые плафоны тоже красиво было бы, да? Не надо. Сбоку хорошо, они там уже сделаны. Сбоку хорошо смотрятся, а на стол, конечно, можно. На да? стол поменять, да. Но я, если честно, не понимаю, как у нас с весом, с перевесом. Да пока никак. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. До утра встает, тому Бог дает. Тому Бог дает, да, спасибо. Заходите, нет, пошли скидки. Пока нет, спасибо. Ну, всех скидки, все хотят деньги. С самого утра хотят. С самого утра, да. Кто рано встает, тому Бог дает. Да. Наконец-то закончится локдаун. Все работает, все пахнет, всего много, все красиво. На 10 часов все откроется, вообще будет кемер благал пать. Пахнет вообще специями, да, нереально? Вообще все нереально пахнет. А вот этот чай. Это лимонный, эвкалиптовый. Да, центром Кемер. Здесь такое круговое движение. Монументик небольшой. Здесь, конечно, красиво должно было быть, когда вот эти бассейнчики наполнены водой. Сейчас оно все стоит в заброшенном состоянии. Воды нету в бассейне. Воды нету, да. Чтобы даже никто не открылся. Да. Улица глухая. Тут раньше движняк был просто бешеный. Вот до чего доводит пандемия. Деньги одну миру, пожертвуйте деньги на корм животных. Вот такие автоматы стоят по всей Турции, потому что очень много котов, собак бездомных. Но они все ухоженные, чипованные, их надо кормить. Так, идем. Куда идем сейчас? Назад? По той стороне, да? Да, пойдем по той стороне.
Или тут тенечек? О, Жигули стоит. Да, тут тенечек, давай лучше по этой стороне. Только это не Жигули, а Фиат, смотри. Да, зад 99, а перед пятерки. Да, вот такие машины бывают. О, уже открылся магазин. Посмотрим. Пошли посмотрим. Доброе утро. Можно посмотреть? Вот он. $5. Come to go. Пошли за мной. Come to go. А. А эти 15. Это в долларе? Доллар. Нет, доллар. Доллар. Ага. Это мы пришли на центральную площадь. Радуется, магазины уже открываются. Бедные турки вообще зажимаются. Памятник, угадайте кому? А памятник Ататюрку. Да, я Ататюрка. Кичу фезис ки Анталия. Троянан и Гюзель Герцерин. Вот это тюрк. Это новые турки поехали. Си баба домашний текстиль. Добрый день. Попробуйте на вкус, угощаем салат. Нет, спасибо. Спасибо. Уважаемый, вам что, даже чай не предложили? Все предложили, но ничего не хочется. Не беги, блин, ну тебя снимать, бежишь вперед. Ты так медленно идешь, и не могу дохваться. Здравствуйте, пожалуйста. Пошли здесь передумывать. Ну, войти, жаль, уже подняли. Будут работать. Чем пешком. Да, с ветерком хорошо. Угу. Ну что, можем еще мопед взять. Да. Пускай проедет, понесется.
Жигули. Да. Что Жигули развелось в Турции? Фиат. Жопа копейки, вперед пятерки. А то была жопа 99-й. Да.